Ну а к вечернему заседанию нардепам все же удалось найти общий язык и избежать блокирования трибуны. Спикер парламента объявил компромиссный план действий. Сначала медицинская реформа, а сразу после этого, в четверг, законопроекты о снятии неприкосновенности и изменении избирательного законодательства. Заседание проходило в обычном рабочем режиме. Депутаты то и дело рассматривали поправки к медреформе. Их почти 900, обсудили только треть, продолжат и завтра.